Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и колокольчик. Будем смотреть веселые мульты, играть в игры вместе с вами. Погнали! Ребята, угадайте, что сейчас мы будем с вами собирать. Это у нас космический луноход. Давайте приступим. Вот уже и вторая деталька собираем. Так, это у нас получается рама. Теперь собираем кабину зеленого цвета. Есть, ребята, кабина у нас собрана. Так, а это у нас антенна розового цвета. Ребята, но прежде чем установить антенну, устанавливаем штатив голубенького цвета. Так, теперь у нас идут колеса черного цвета. Ура, ребята! Три звездочки нам за это. Ну что, ребята, давайте теперь соберем другую какую-то машинку, да? Смотрите, это у нас грузовик. Приступим. Собираем раму. Желтый цвет. Голубой цвет. Красный цвет. И еще красный цвет. Колесо черный цвет. Так, подвиньте. Колесо черный цвет. Кузов красный и желтый цвет. Ура, ребята! Мы получаем сколько звездочек? Три звездочки. Замечательно! Вам понравилось? Ну, давайте тогда еще выберем какую-то фигурку, игрушку. Так. Мы постараемся сейчас еще найти какую-то машинку. Вот, ребята, смотрите, машинка — это пикап-грузовик. Давайте начнем ее собирать. Так, начнем с колеса. Колесо черное. Еще одно колесо. Рама красный. Зеленый. Красный пазлик. Это уже кабина. Желтый пазлик. И еще кузов красный пазлик. Супер! Получаем три звездочки. Вы молодцы, ребята. Поехали дальше. Так, мы ищем машинки. Пока нам зверушки не нужны. Так, какая же нам попадется еще машинка? Ой, ребята, вот смотрите, какая у нас машинка. Это грузовик, который перевозит груз. Ну что, ребят, давайте собирать. Колесо. Колесо. Кабина голубого цвета. Красный цвет, рама. Красненький цвет, мигалка на кабине. Желтый цвет. Это у нас, ребята, груз будет. Нам нужно отодвинуть колесико, чтобы поставить фрагмент рамы. И еще раз груз. Молодцы, ребята! Мы собрали с вами грузовичок. Но нам дали две звездочки из-за того, что мы убрали одно колесико. Ребята, смотрите, какая машина. Что это за машина? Это наверняка пожарная машина. Ну, давайте приступим собирать пазлы. С чего начнем? С колеса. Колесо. Еще колесо. Рама. Красный цвет. Красный пазлик. Еще красный. Еще красный. И еще красный. Вот получилась у нас красная рама. Теперь желтый пазл. Белый пазл. Еще белый пазл. Это у нас кабина. И красные пазлики получились лестница. Ребята, это у нас пожарная машина получилась. Мы молодцы.
Так, ну давайте выберем еще какую-то машинку. А может и не машинку. Сейчас посмотрим, что нам попадется. Ух ты, ребят, смотрите, эта машинка. Вот такой жучок. Как много деталей, пазлов. Ну, начнем. Колесо. Желтый. Это рама. Еще желтый цвет. Еще один желтый пазлик. Желтый. У нас получилась рама желтого цвета. Замечательно, ребята. Вот теперь у нас вот такие носик, ушки, усики. Еще один усик. Ребята, теперь собираем тельце грузовичка. Ну, это жучок наш. Красный цвет. В горошинку, в черную. Так, ребятки, нам нужно отодвинуть одну деталь, чтобы поставить вот этот пазл. Так, и все наши пазлы собраны, ребят. Ура! Молодцы, ребята! Ну что, ребят, продолжим. Давайте выберем еще одну игрушку пазл. Ну, давайте соберем паровозик. Так, ребята, начнем. Так, с чего же мы? Вот, с большого колеса такого. Желтый цвет. Черный цвет. Колесо черный. Так, теперь добавим других элементов. Голубой. Голубой. Желтый. Желтый пазл. Зелененький. Вот сюда мы его поставим. Красненький. Куда же мы поставим? Или нет, ребята, давайте вот поставим желтенький такой пазл. А теперь красный пазл. Кабина желтый. Крыша зеленый. Вот такая вот у нас штучка. Впереди красный. Труба черный. И беленький. Ура! Молодцы, ребята! Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики. Всем пока-пока, до новых встреч!